Сейчас я пойду. Давай еще раз одну шагу. Могу я сказать, очень просто раза два мне в жизни вещи и сны снились. И вот один сон вещи был, не вещи, а просто мне, как показали информацию, это просто, я еще раз убедился, что все не просто в нашей жизни. Мы работали с моей девушкой, мне было лет 17, мы работали в ресторане, я пел в ресторане, девушку Яна зовут. И она уже родила ребенка, и мне снится, мы вдвоем работали, мы встречались и приходили вечерами, пели в ресторане «Чайка» на Красных Воротах. И мы себя жутко вели там, мы пели все время не шансон, который нужен был, а мы пели Кристину Агильеру, она пела, я пел все время там Ар Келли, I Believe I Can Fly, в общем, что хотели пели. И мне снится, что мы поработали, в общем, легли спать, и мне снится, что мы заходим, там был предбанник такой, и сразу видна сцена ресторана, и мне снится, что мы заходим к ней, с ней на работу, и вдруг я вижу других музыкантов вдалеке, они поют, играют. Я так поворачиваюсь в левую сторону к гардеробщику, говорю, что это такое за фигня? И я просыпаюсь. И в этом же вечером, вот передо мной ровно эта картина, что я спускаюсь, Яна впереди меня, и играют те же музыканты. Я поворачиваюсь к гардеробщику, говорю, что это такое? И нас уволили просто в тот момент, потому что мы себя видели. Но мне просто показали вот эту вот ситуацию. Это было здорово. Я прям говорю, Ян, представляешь, мне приснилась такая вот вещь. И что-то второй момент я не помню, а вот этот вот сон я на всю жизнь запомнил. Это интересно было.